Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Наташа, и в этом видео я вам хочу показать мои покупки из магазина Fix Price и много новинок, которые я приобрела. Первое, что давайте я вам покажу, у нас появились вот такие вот силиконовые формы, круглые. На дне вот здесь такая вафелька. Приобрела я их две. Они вот такие вот. Одну светло-коричневую и салатовую. Стоимость этих форм для выпечки 99 рублей. Форма круглая, 25 сантиметров, высота 5,5 сантиметров. Ну, довольно-таки такие мягкие. Попробую, первый раз покупаю силиконовые формы из магазина Fix Price. Мне они понравились тем, что они не сильно большие, но и не маленькие. У меня есть силиконовая форма таповая, но она сильно большая, и поэтому не всегда это удобно. Приобрела две, чтобы сразу на двух листах, допустим, что-то готовить. Следующее, это две вот такие вот силиконовые подставки. Стоимость их 55 рублей. Подставка под горячее 17,5 сантиметров. Можно их подвешивать, есть здесь вот такие вот дырочки. Ну, в общем-то, неплохие подставки, буду пробовать. Следующее, что появилось у нас в магазине, это набор кухонных принадлежностей. Ложка, вилка и лопаточка. Видела я такое у своей подружки, попробовала, мне очень понравилось, думаю, пригодятся такие. Ложка довольно-таки небольшая, лопатка настолько удобная, маленькая, прям классная. И вот приобрела такой наборчик себе. Следующее, что у нас появилось, это появился вот у нас вот такой мультибокс квадратный с крышкой и клипсами, 6 литров. Здесь есть значок для пищевых продуктов, стоимость его 99 рублей. Купила таких два, один отдала сыну для того, чтобы он складывал лего, а другой вот остался у меня. Вот так вот открывается этот контейнер, крышка, и очень довольно-таки много сюда может поместиться. Можно все сложить, закрыть, можно шашлыки мариновать, складывать, можно муку хранить, можно еще для чего-то мелкого складывать. Ну, в общем, каждый, я думаю, может придумать что-то для себя. Следующее, что у нас появилось, и вот появилась такая вот корзинка с ручкой. Ну, ручка, конечно, сильно тяжелая, не выдержит, если конкретно на нее вешать. Но есть здесь с другой стороны крепежи. Можно ее даже прикрепить к стене, если это необходимо. А вообще, довольно-таки неплохая, красивая. Сюда поместятся какие-то высокие, может быть, банки с чистящими средствами или какая-то косметика или еще что-то. В общем-то, можно ее для разного приспособить. Следующее, что я приобрела вот такую вот машинку для удаления катышков. Стоимость ее 77 рублей. У меня такой машинки не было, иногда нужна. И, в общем-то, вот в таком бирюзовом цвете. Бывает она желтая, вот это вот имеется в виду, что это бирюзовый цвет, и сиреневая. Сюда вставляются две батарейки. Защитная крышечка снимается, она включается, и вот так вот жужжит. Батарейки сюда ставила из магазина Fix Price, пальчиковые. Довольно-таки все работает. Вот такая вот машинка для удаления катышков. Следующее. У нас появились вот такие вот свечки стоимостью 99 рублей. Приобрела их две. Одна ваниль, другая манго. Аромат просто обалденнейший. В стекле они. Можно эту наклейку удалить, феном погреть, и она прекрасно отклеится. Пахнут. Ой, очень здорово, мне нравится, что еще есть вот эта защитная крышечка, сейчас она держится скотчем, конечно, но когда скотч немножечко разрезать, потом свечку можно прикрывать, чтобы свечка не пылилась. Ой, аромат просто классный, манго. И вот ваниль хотелось вот такую светленькую, беленькую. Ваниль уже не такой насыщенный аромат, но тоже, в принципе, она такая сладенькая. Вот такие вот две свечки. Следующее. Приобрела ватные палочки, были они мне очень нужны. Появилась у нас в магазине вот такой вот спонж для лица. Я его не удержалась, конечно, открыла. Можно его использовать как для лица и для тела. Есть он в разных расцветках. Здесь тоже можно его в этом же мешочке хранить, потому что здесь есть такая вот полоса, которая
держит его. На рисунке здесь нарисовано, что он при намокании увеличивается в размере. Стоимость его 55 рублей. Есть у него петелька, за которую его можно вешать. И вот он такой, видите, пористый, мягкий. На данный момент он небольшой, да, помещается в ладошке. Ну да, вот так вот, если мы держим. А намочим, он увеличится в размере. Ну вот попробуем, интересно. Следующее, что я приобрела, это вот такая вот туалетная вода. Стоимость ее 99 рублей, Magic Moon. Мне понравился аромат. Насчет стойкости не знаю. Мне кажется, она не стойкая, хотя вроде как пахнет. Верхние ноты: черная смородина, цитрус и клубника. Ноты сердца: белая фрезия, жасмин, роза, сладкий горошек, малина. Ноты базы: сандал, амбра, мускус, малина. Сладенькая, вкусная. Написано, что сделано made in France. Ну, вот такая вот водичка, пахнет вкусно. Ой, вкусный сладкий аромат, если вы любите. Можно как ароматизатор использовать, можно в машине брызгать, если в конечном итоге на себе не понравится. Но она аромат не меняет. Она, может быть, не пахнет на вас уже, но аромат у нее не искажается. Поэтому вот такая вот водичка. Следующее, что приобрела, вот такие вот леггинсы для дочки в сером цвете. Размер 3-4, цвет серый, 100 ден. Давайте посмотрим. Дочери спросила, хочешь такие леггинсы? Она говорит, давай мам. Ну, вот такие вот леггинсы. Так, ну что здесь? Резинка наверху, да? Одеваем. Здесь тоже небольшая такая, ну не совсем резинка, просто такой подгиб. Окантовка аккуратная, по крайней мере, ничего не висит. Но слегка они просвечивают, конечно, на ноге. Ну, дочка не худенькая, поэтому у нее они просвечивать вообще не будут. Ну, вот такие вот плотные леггинсы за 55, наверное, рублей. А нет, 99 рублей они стоили. Ну, попробуем. Следующее, ручки. Ну, понимаете, ручки нужны школьники у меня. Набор вот таких вот наклеек декоративных для дизайна. Дочка постоянно что-то мастерит, да и мне что-то иногда хочется делать, поэтому мне вот эти вот понравились, они такие нейтральные, ко всему подходящие, вот купила их здесь. Две полоски, получается, по вот столько вот полосочек, то есть две пластинки прозрачные, и на них вот столько вот линий нарисовано. Следующее, это вешалки покупаю уже, кто смотрит мои видео, такие вот часто-часто красные, все, мне их мало, и все не хватает, и каждый раз докупаю эти вешалки, ну и в общем-то постоянно нуждаюсь в них. Приобрела в первый раз вот такую вот зубную пасту, стоимость ее 77 рублей, укрепляющая, восстанавливающая для эмали. Выглядит зубная паста вот так. Вот мне понравилось, что здесь нарисована зеленая полосочка, которая говорит о том, что зубная паста натуральная. Но попробуем. Вот она запечатанная. Можно ее открыть, посмотреть. Ну, пахнет она так как-то интересно, я бы так сказала. Цвет у нее слегка такой бежевый. Вот. Поэтому будем пользоваться. Чистые зубы 12 часов, 13 активных натуральных компонентов, 30 секунд, быстрое очищение. Устойчивая крышка, будет хорошо стоять. Написано, что для всей семьи 99% натуральная, не содержит ксилиты, парабены, фтор, синтетических ароматизаторов и красителей. В общем-то, интересно, попробуем вот такую вот зубную пасту. Следующее, что я купила, матирующие салфетки за 55 рублей. Мне они нравятся, удаляют жирный блеск, матируют. И очень часто их приобретаю, их 30 штук, быстро они у меня заканчиваются. Следующее, это за 99 рублей ополаскиватель Colgate Forte Кора Дуба и Пихта для десен. Такой мы еще не пробовали, вот купили, попробуем. Дети выбрали, так что будем пробовать, интересно. Появился у нас в фикс-прайсе вот такой вот набор стоимостью 99 рублей. Здесь была наклейка, я ее прям легко-легко удалила. Хочется мне попробовать вот гель для душа Камей. Здесь гель для душа. Давайте посмотрим, как это даже так пахнет, когда начинаем открывать. Не открывала без вас. И попробуем достать.
И здесь два кусочка мыла. Ух ты, как интересно лежит, что потом дальше уже мы, скорее всего, так и сложим на подарок. Здорово, смотрите, как это упаковано. Гель для душа и два кусочка мыла. Ух ты, красивый гель для душа, такой какой-то перламутровый, утонченный аромат роз. С блестками консистенция перламутровая такая. Приятно пахнет камой. Со сроком годности все хорошо, до 21 марта 2019 года. Мыло. Мыло вот такие вот. И здесь две штучки. Тоже все так же. Интересно, как мыло выглядит. Давайте глянем. Как я помню, у Камея всегда красивое мыло внутри. Так. Ну, смотрите, какое красивое мыло Камея с какими красивыми цветочками. Да, очень красивое прям такое. Аромат, ну, пахнет мылом не так, как пахнет гель для душа. Гель для душа пахнет намного лучше. Ну, а мыло как мыло пахнет. Так что вот такой вот наборчик Камея. Буду пользоваться. Ну и вот это вот все мои покупки из магазина Fix Price. Понравилось вам мое видео, ставьте пальчики вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Задавайте вопросы, пишите комментарии. А я вас обнимаю всех крепко, целую, всем пока-пока.